Вітаю! В ефірі телеканал «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, та Денис Нікулін, фітнес-тренер, який розповість, чим можна займатися спортом в спеку і як краще починати фізичні навантаження і фізичні вправи. Доброго дня! Добрий день! Ну що ж, літо вже перевалило за свою половину, якраз середина літа. Карантин трошки послабили, дозволили ходити і фітнес-центри, і відкрилися відкриті майданчики. Чи можна займатися спортом в спеку? Благодарю за то, что пригласили меня сегодня. Действительно, вопрос очень такой интересный, актуальный, тем более, что сейчас жара на улице. Скажу, что заниматься на улице в такую жару можно, но нужно стараться обращать на свое внимание на ряд моментов. Первый, не под прямыми лучами солнца. Если есть возможность заниматься где-то в теньке, то обязательно это будет предпочтительный выбор сделать. А второй момент, обязательно нужно учитывать и следить за гидратацией. То есть, что такое гидратация? Это когда мы употребляем в течение дня воду. Вот, особенно нужно употреблять, особенно нужно уделять внимание употреблению воды в момент жары. Если, например, ваши тренировки очень тяжелые, очень интенсивные, то к воде можно добавить изотоники. То есть, что такое изотоник? Это вода, которая насыщена различными минералами, солями, то есть различными биологическими добавками, которые помогут восстановить ваш солевой минеральный баланс в организме. Потому что когда человек потеет, неважно, тренируется он, либо ходит, бегает, у него выходит пот, а с потом выходят и минералы. Вот. Потом обязательно заниматься, следующий момент важный, на улице, в жару, в какой-то бандане, кепке, повязке какой-то, чтобы защищать голову от прямых солнечных лучей. Самое важное, нужно внимательно следить в целом за своим состоянием, за пульсом. Если мы видим, что пульс начинает зашкаливать, там может становиться там 180-190, желательно снизить обороты, и в жару прямо сильно высокоэффективно какой-то тренинг применять не надо. То есть занимаемся на умеренной пульсовой зоне, то есть желательно до 160, чтобы было ударов. Вот. Если получится в районе 130, будет вообще даже идеально. Вот. И обязательно не занимаемся в жару на голодный желудок. Потому что когда желудок голодный, организм становится более слабый, более такой, скажем, податливый к обморокам, ну и так далее. Ви сказали про воду. Що це має бути за вода? Це мають бути, там, не знаю, пепсі-кола, там, не знаю, якийсь там компот. Чи це просто має бути чиста, не газована вода? Желательно чиста, не газована вода, но к употреблению чистой воды можно добавить изотоники, как я сказал. То есть изотоники – это та же вода, в которую производители спортивного питания добавляют минералы, соли, то есть всякие витамины, которые помогают организму лучше переносить жару и восстанавливать этот солевой баланс, который выходит с потоотделением. Чи є якісь години, які більш придатні для спорту, от якраз влітку? Естественно, желательно заниматься, когда нет пикового солнцестояния, то есть это утром. Самое идеальное, вот я, например, сегодня тренировку со своими спортсменами на улице проводил, тем более актуальная тема сегодня, в 7:30 утра. Вот, мы занимались как раз в теньке, но несмотря на утро, все равно было жарко. Вот, мы все выполняли правила гидратации, старались долго не быть на солнце. И на тренировку мы пришли все уже не голодные, то есть у нас как бы были силы для тренировок. Есть такое вот как бы веяние, что тренироваться лучше рано утром на голодный желудок, якобы это увеличит эффективность. Это все ерунда. На самом деле человек может себе только ухудшить, и очень сильно вред будет именно во время жару, если человек будет на голодный желудок заниматься. Тоді, що їсти і за скільки часу до початку тренування потрібно там поснідати? Їда повинна бути не тяжела, швидко усвоюема. Желательно, щоб це була вуглеводна їда, тому що на тренування потрібні вуглеводи, потрібна енергія. Ні в якому випадку це не м'ясо,
Вот. Если мы, к примеру, все же решили покушать более тяжелую еду, это каша, мясо, там, салаты, то желательно, чтобы это минимум 2 часа прошло, а то, может быть, даже и 3. Вот. У каждого пищеварение свое, потому что у человека есть такое понятие, как метаболизм. То есть у спортсменов метаболизм, он сильно раскручен, и все продукты, которые попадают вовнутрь, мы быстро перерабатываем и сможем, скажем, больше потреблять еды и быстро усваивать. У человека обычного метаболизм замедленный, поэтому в идеале, чтобы это было хотя бы 3 часа, но минимум это 2 часа. Вот. А еду, которую принимают, я рекомендую всегда своим спортсменам, это банан. Банан практически у всех усваивается очень хорошо, это достаточно углеводный, витаминный продукт, он не дает тяжести в желудке никакой, его можно употреблять практически перед тренировкой, это вот самое идеальное. Конечно, можно там применять еще какие-то виды, например, там какой-то протеиновый батончик съесть, а батончик можно еще съесть протеиновый, наполненный углеводами какими-то, тоже хороший вариант. Можно съесть, ну, к примеру, каких-то, ну, можно злаковых каких-то батончиков тоже съесть, или печенек злаковых, но чуть-чуть в минимальной дозе. Но ни в коем случае, ну, банан это самое идеальное. Поэтому он и доступен, и удобно носить, хранить, то есть не требуется каких-то там специальных условий. Тут говорять, що найкраще тренування – це зранку, що ввечері – це вже так, це вже просто для не знаю, підтримання гарного настрою. Що ви скажете про це? Можна займатися вечором, але утром лучше всего. Почему? Організм утром має більше количество сил. Тренировки утром, помимо эффективности для вашей мышечной системы, для нервной системы, да, то есть вы же знаете, что утром просыпаетесь, и вы спортом заряжаете себя энергией на целый день. То есть ваш день проходит более бодрым, эффективным. А вечером тоже можно заниматься, но вечером уже сил будет меньше. Вот. Чем пропустить тренировку? Ну, лучше, конечно, позаниматься вечером. Я, например, в приоритете всегда ставлю это свою работу, тренировки. Вот. А режим уже как получится. То есть, если я могу потренироваться утром, я всегда в приоритете ставлю утро. Если нет, тогда вечером. Що би ви порадили тим, хто тільки починає займатися спортом, ну, не професійним спортом, а просто там починати тренування? Що, з чого їм почати, скільки має бути тренувань на день, скільки це має бути по часу? І взагалі, от перший крок для тих, хто зараз нас подивиться, зарядиться енергією і скаже, все, я теж хочу вранці вставати там в 6 ранку і на стадіон. Прежде всего, я начну з того, що не нужно починати все з фанатизму. Начните с 2 тренировок в неделю. Занимайтесь умеренно, без больших пульсовых зон. Ну, что я имею в виду, большие пульсовые зоны? Когда вы начинаете что-то делать, у вас язык прямо, знаете, так аж на плечо ложится, сердце выпрыгивает, и ты думаешь, что ты сейчас умрешь. Ни в коем случае. Мы должны беречь свой организм, должны подходить плавно, размеренно. Поэтому 2 тренировки в неделю, продолжительность тренировки 30-40 минут. Упражнения делаем базовые. Что такое базовые упражнения? Это те упражнения, которые включают в работу 2 суставчика. То есть их еще называют двухсуставные упражнения. Ну, к примеру, отжимания. Классические отжимания. Не можешь отжиматься с носков, отжимайте с колен. Так гораздо проще. Брусья. Отжимания на брусьях. Подтягивания. Потом там жим гантелей кверху, стоя. То есть, ну вот какие-то такие упражнения, там, приседания, например, выпады. То есть такие упражнения, которые особо не требуют какого-то там инвентаря. Вот все, что я назвал, это все, в принципе, можно делать либо с подручным инвентарем каким-то, либо без ничего. Вот. То есть не нужно сразу усложнять. То есть начинайте с более простого. Вот фишка в том, что мы начинаем непринужденно, спокойно, тренируемся 2 раза в неделю, тренировка 30-40 минут, и используем какие-то простые подручные средства. А потом уже можно подумать и о тренажерном зале, и каких-то более сложных видов тренировок. От я нещодавно читала ваш Фейсбук, і ви там гарно написали про скакалку. Да. Давали поради. От для тих, хто не читає ваш Фейсбук, можете коротесенько про це розповісти? Да, скакалка – це отличное пліометрическое упражнение. Що таке пліометрика? Це упражнення, в которых присутствуют какие-то прыжковые действия. Скакалка – это недорого. Это удобно, выбирайте любое место для тренировок, дома, улица.
Можно прыгать в разных вариациях, то есть скакалка это то скакалка это тот инструмент, с помощью которого можно выполнять различные виды техник прыжковых. То есть можно прыгать классически, можно в разножке, можно на одной ноге, можно там выбирать какие-то скрестные прыжочки, там двойные прыжки. Поэтому это отличный вид для тренировок, и самое главное, что скакалка, она еще является одним из видов тренажеров, с помощью которого можно спалить много калорий. То есть, соответственно, это будет подтягивать ваше тело. Ну і ще одне таке запитання, яке багато хто обговорює і сперечається на рахунок цього – біг. Хтось говорить, що для того, щоб отримувати кайф і задоволення від бігу, потрібно правильно навчитися це робити. Можете сказати, як це зробити, правильно навчитися бігати? Хороший вопрос. Мені його часто задають. Ви ж знаєте, да, що я чоловік бігаючий, тобто я займаюся усім спортом, де потрібно не тільки бігати, але ще, скажімо, силові показателі применяти. Що насчет біга? В бігі, помимо техніки, важна обувь. Як для машини нужны шини, да? Так для чоловіка в бігі нужна обувь. Благодаря правильно вибраній обуви ви мінімізуєте травми, ви будете комфортно бігати, ви будете отримувати бігові результати. Вот. І тренування будуть більш приємно проходити, ніж в той обуви, яка трет, ноги потіють, вам дискомфортно, і ви потім вряд ли будете бігати з такими відчуттями довго. Я завжди що рекомендую? Перше. Пойти спочатку в спеціалізований магазин. Есть специальные такие приборы, которые снимают вашу стопу. Это такая гелевая подушечка, вот, вы как на весы так становитесь, и у вас отпечатается ваша подошва, и вы таким образом можете проверить свою пронацию. У человека может быть разная пронация. От пронации зависит выбор кроссовок. Потом нужно определиться, по какой местности вы будете бегать. Будет ли это асфальт, будут ли это бетонные дорожки, будут это лесные тропы, будет ли это горная местность, ну и так далее. Там есть ряд моментов, по которым определяется, какую вам нужно купить обувь. Если вы хоть хотите подойти очень серьезно к этому вопросу, то, возможно, вам сразу нужно купить и где-то даже три пары обуви, потому что каждая пара обуви, она будет выполнять свою задачу. Вот. В целом я в среднем рекомендую купить обычные кроссовки, которые используются для бега по асфальту. Вот, они самые-самые универсальные, но при этом нужно обратить внимание на вашу пронацию. Вот. Когда вы купили уже кроссовки, вы начинаете обращать внимание на вашу технику. То есть, каким образом вы обращаете внимание? Либо вы обращаетесь к специализированному тренеру, да, который понимает, и вы можете ему доверить свое обучение. Либо же вы открываете YouTube, в YouTube сейчас все есть, находите какой-то видеообзор и начинаете изучать и применять в своих тренировках всю информацию. І вибираєте для себе те, що, да, те, що вам підходить. Да. Дуже вам дякую за те, що ви до нас завітали. Я хочу, щоб ви нашим телеглядачам побажали, не знаю, почати займатися спортом, якщо вони не займаються, і бути здоровими. Ну що, друзі, тема була сьогодні цікава, актуальна. Я желаю вашу життя ЗОЖ, максимальний такий ЗОЖ. Бігайте, займайтесь, саме головне, делайте все в удовольствие. Берегите своє здоров'я і пам'ятайте, що життя зі спортом, вона прекрасна. Додати більше немає, чого хочеться сказати амінь. Вперед, на старт, увага вперед. Дякую вам за увагу. Будьте здоровими, займайтеся спортом і, як сказав наш прекрасний спікер, даєш ЗОЖ. На все добре, до побачення. Да.